Есть чему поучиться, хотя бы на территории вот национального государства. То есть я имею в виду на территории национального рынка, будь то Россия или Казахстан, Беларусь. Вот другой пример. Когда есть разногласия по цене, предположим, вы приобрели у меня мобильный телефон, я заявил одни качества мобильного телефона, вы получили, проверили, посмотрели, звук не тот, качество не то, но вы как эксперт в этом хорошо разбираетесь и мне предъявляете обоснованную претензию. Снижение цены. Ну давайте мы с вами поторгуемся. Назовите произвольно любую цену. Вот достаю мобильный телефон. Ну, допустим, 100 долларов, да. Допустим, 100 долларов. Я говорю 80. Вот между нами разногласия. Если бы мы с вами сразу пришли к определенному соглашению относительно цены этого телефона, то и наш конфликт в результате был бы исчерпан. Но поскольку разногласия дельта существуют, системе делегированы полномочия постараться выработать компромиссное решение, если дельта не превышает определенное значение. Между нами разрыв составляет примерно 20%, 80 долларов и 100 долларов. Система нам предлагает, подумайте еще, не могли бы вы смягчить требования? Подумайте, а какие альтернативы судебные? Вам действительно нужно доказывать свою правоту в суде? И вы какое-то время думаете, я тоже думаю, я формулирую новое предложение, 90 долларов. И как только я это делаю, система, в силу того, что там заложены алгоритмы, с которыми мы заранее согласились, она формулирует окончательную цену 95, как среднеарифметическая между моим предложением и вашим предложением. Я не вправе отказаться, потому что я с этими правилами согласился заранее. Очень важно достичь соглашения о правилах рассмотрения споров, прежде чем вы садитесь за стол переговоров. Этот уровень называется метапереговоры. То есть сама игра – это предмет, о чем мы говорим, а метаигра – как мы говорим, как мы спорим. Поэтому очень большую роль берут на себя процессуальные кодексы различные. Они рассматривают правила работы с доказательствами, как рассматривается спор. Они определяют культуру поведения спорящих сторон. Это очень важно. Оказывается, исследования показывают, особенно в сфере медиации, что когда обеспечивается культура рассмотрения спора, это является определяющим фактором для сути спора. Стороны с большой вероятностью найдут решение своего конфликта, если они придерживаются процессуальных правил. Вот, например, следующее тоже. Предыдущий слайд. Посмотрите, пожалуйста, брекетированный арбитраж, а слово брекет – ограничение, или арбитраж, ограниченный верхним и нижним пределами. Вот здесь заключается это правило, оно тоже взято из американской практики рассмотрения споров. Вам приходилось что-нибудь слышать об третейских судах или негосударственном арбитраже? Не приходилось, Сергей Дмитриевич? Не У сталкивался. нас, я думаю, что с этим эффективным механизмом урегулирования претензий вы получите шанс хорошо познакомиться в будущем, поскольку за третейским разбирательством прогнозируют эксперты будущее. Все чаще стороны, ориентированные на быстрое рассмотрение споров, будут прибегать к арбитражным учреждениям для того, чтобы урегулировать частно-правовой конфликт. Наряду с государственной судебной системой в рыночной экономике должны функционировать такие механизмы, которые обеспечивают рассмотрение частных споров между участниками при помощи арбитров, которые независимы, но в силу соглашения сторон, сначала мы с вами должны подписать.